Мэр Магадана Юрий Гришан провел несколько выездных совещаний на разных точках города. С руководителями профильных ведомств глава муниципалитета сделал рабочий объезд проблемных адресов областного центра. Просьбы о помощи поступили от граждан в ходе прямой линии и во время личного приема. Юрий Гришан совместно со специалистами Горсвета и Сатека посетил лесной переулок. Одна из жительниц частного сектора обратила внимание мэра на то, что в этом районе недостаточно наружного освещения и есть сложности с проездом. В период таяния снега и затяжных дождей на этой улице возникают проблемы с водоотведением. Участники встречи на месте рассмотрели возможные варианты установки фонарей. Но мы рассматривали, почему? Что, можно идти от этого самого. Пойти, Сергей, не с той стороны, а с этой стороны пойти. С той стороны от Первомайска. Глава города поручил департаменту СОТЭК подсыпать проезд грунтом и выполнить его профилирование с учетом водоотведения.